Так, ресепшн. Пока Димка будет заниматься заселением. Ну как же здесь просто невообразимо, просто красиво, вообще нереально. Боже. Таиланд. Ох, не так тебя люди описывают. Боже, как тут красиво. Напитки, но это опять не пиво. Я все еще в куртке, но уже скоро буду ее снимать. Погнали мы на завтрак. Вау, мы реально прям погнали. Я держусь изо всех сил. Ой, у меня сердце аж замирает от того, как красиво. Ой, я ударилась. Мы сидим задом наперед. Зачем мы так сели, непонятно. Да снимаю, как проходит завтрак. Да. Hello. Thank you. Hope you enjoy the pasta. Thank you. Обратите внимание, я снял куртку. Отпуск начался? Нет, отпуск начался, когда пиво попил. Ну, Дим, ты несешь его в руках. Да. Оно в этих пакетах. Что надо? Денежку? Да. Ты денежкой сам. Стоял. Димка ответственный. Мы только завтра какой-то рис сейчас пожрем. Это нам комплимент от отеля. Ну, вот такой вот номер. Достаточно просторный. Огромный. Это такое, ну, типа, блин, стрепухи. Кто-то моется, кто-то смотрит, но бесплатно. Так, и здесь у нас есть дырка в туалет. Да, нет, это можно закрыть, Дим. Можно закрыть и не смотреть, слышишь? Вот так. Ну, тогда будем смотреть сюда. Ну, выбирай, куда больше хочешь смотреть. Ну. Так, тут у нас... Тут у нас... Пляжная сумочка с полотенцами. Так, что у нас тут? Сумочка с полотенцами. Лосьон для тела. О, главное есть пиво, наконец-то. Наконец-то есть пиво. Но за деньги. Ну, пиво бесплатному не бывает. Это вам так-то не инклюзив, понимаете. Так, это я. Все. Обратите внимание, я уже без куртки. Все. Пошли маленько прогуляться. Пойдем. Я тоже без куртки, но у нее и нету куртки. Даже если бы она хотела, она была без куртки. Я в шубе была. Так, ну что-то мы как-то... Тут, по-моему, нету бара. Здесь нету, пойдем вниз. Вер, ну мы тогда пешком устанем идти. Нет, тут нормально. Все. Но ведь еще полчаса назад я ходил в куртке, а сейчас вот просто жара невыносима. Вот нахера бы сюда надо было идти, а? Пойдем, клево. Обещаю, в баре напьешься, поедешь.
Ну вверх бы я точно здесь не пошел. Пошли на станцию на эту. Я уже сейчас пойду вот на станцию. Вот вверх. Вот я теперь тебе говорю. Вот по той ты дороге ходила, где видела обезьян. Все, мы идем. Вот на станцию. Какая-то еда. Это говно обезьяне, блядь, еда. А, да? Конечно. Так. Это, короче, будем ехать, надеюсь. Будем. Дай. Ну давай не нас. Вот такое дело непонятное. Для контента было бы хорошо, если бы тебя, не нас. Нас не надо. Кому нужен контент-мейкер? Ну наконец-то добрались до пляжа. И снова без куртки. Походу уже надо привыкать без куртки. На какой вес? Ну вверх. Это, наверное, все-таки для детишек, потому что там ветка маленько шатается. А сегодня у нас прилив. Так, вода доходит до сюда, а может уходить далеко. На острове кто-то уже тусуется. Да, ладно. Поплыли? Да ну, волна заходит. А мы не взяли эти тапки. А? Тапочки надо было кораллы везти. Нет. А, вообще. Не надо коралловые тапочки, я в тот раз без коралловых тапочек заходила. Не знаю, это могут быть ежики. А, нет, ежики. Так, ладно. Ну, я кружечку выпил. А? Кружечку выпил. Hello? Have you beer? Yeah. Give me, please, one glass. А ты чего? Коктейль. Вот. Хайнекен есть. Хайнекен. Да. Классик коктейль. And коктейль. Пина колада. Ага. Так, так. Так, ну ладно, меню подробнее попозже. Так, ну, у меня, кстати, на часах есть это приливы и отливы. Сейчас мы проверим, как они будут показывать или нет. Да, хорошо-то как. Вот такой вид у нас. И опять, заметьте, мы за столом. Завтрак прошел час назад. Вечер в номере. А, мы это не будем говорить. Нет, это будем говорить. Все, что было с собой съедено, выпито. Три печенья. Ну, с кексика. С этой, с коноплюшкой. Поэтому она такая вот, когда хлопает ладошкой, веселая. Неправда. Правда. Нет. Наша пальма. Дед Трансфер, заказывайте такси, пишет. Больше никаких лишних поисков и остановок местных приложений такси или проблем с вызовом такси, заказывайте такси на Дед Трансфер. Да мы никогда больше на Дед Трансфер не закажем такси. Кстати, у меня история есть, но она будет позже.
рыбу, а ты будешь? Ну вон мой, ты у меня его убрал. Согреешь? Я нет, гулять хочу. Вера, ну чем быстрее ты мне поможешь есть, тем быстрее мы отсюда свалим. Ой, я говорю, не люблю, я... Деревню поедем? Так время 12 еще, конечно, поедем. А мы вечером когда стемнеет или так? А? Мы же вечером когда стемнеет. Не, мы вечером, мы часа в 4 сюда ездили. Ну, а кто еще у тебя? Надо постепенно, пойдем назад. Поговорим для меня. Мы СПФ-ку намазываем. 50. А я Симсовку взял, Байка. Ты ее видела сейчас сегодня? Она внизу лежит. Внизу чего? Где куртка? А где куртка? Наверху висит. Ну над майкой. Как бы сразу сказал. Там, где моя шуба с одной стороны. А твоя слева. Так я и мучаюсь уже 6 лет. Так. Наверху. Которая снизу. А которая снизу, это над дырком, над майкой. А слева шуба. А завтра воскресенье. Правда? А сегодня суббота. Да. А шуба слева. Где связь, блядь? Моя, да. Нет, да. Теперь все будут знать, да? Зато я могу секреты хранить. Нет. Те, которые забыла. Бери прямо, брат, храни секреты, если ты сможешь. Во-первых, их не знаешь, во-вторых... То, что расскажешь, блядь, никто не поймет. Ладно. Красота. А, вон они, пошли. Вера, на меня вода падает. Блядь. Я там пойду, я обязательно поскользну. Блять, она мокрая. Ой, блять, холодная, хотел сказать. И камеру замочу. Ну сюда, видимо. Ну, видимо. Зонт повернешь, чтобы... Я под зонтик. Ну, просто тут нет пива. Мы переместились в какое-то место. И тут нету пива. Ну и хватит уже пива, если честно. Пора переходить на тяжелую артиллерию. Давай. Так, у нас новая фишка, блядь. Мы все с камерами, блядь. И делаем вот такую хуйню. Они опять пластмассовые? Нет.
камерой. Ну еще. Чин-чин. Ой. Передай привет. Я Якубович. Нет, только передаем привет. В бассейне был, был, воду видел, видел. Так. Что за расизм, блин? Чайна, Нидерланды, Франция, Норвегия, Англия, Таиланд, Казахстан, Раша, 5500. Да. Пошли. Угу. Ладно, беру свои слова обратно. Нам туда. Я пешком не пойду наверх, мне надо это, на элеватор. Все, я шаги сегодня вышагал свои. А, нет, этажи. 8 этажей уже. Это цесарка называется. За свою, похоже, принял. Ох, какие они пушистые. А, ну вот. Дим, а? Могут быть агрессивными, говорят. Не, вот видишь тут их название. Смотри, а это тут льет пупку. На фотосессию подходите. Ой, какие! Можно это? Где это петушок? Смотри, у нее смотри, какая у нее гриба. А это, смотри, петушок. Нет, не страшно. Как будто она бежит в голову сюда. Она агрессивная. Да, она очень злая. Смотри, она видала что-то вот так? Да, вот так вот лапками. Дим, нельзя пугать такую. А вон та прикольная, да, с челочками? Что-то тусня у них тут пошла, Дим. Угу. Надо уходить. Дим, не надо. Опять без куртки, а это говорит о том, что на улице 30-ка. Ну, Вера и была без куртки, она не мерзнет, потому что ну, у нее подкожный теплый слой. А я-то худой, красивый, молодой, ну, поэтому мерзну. Исключение будет в деревне рыбаков. А может и не рыбаков. Когда горизонт завален, это мы так вниз машина едет. Камера держит ровно горизонт, а показывает вот так вот. Да? Потому что дорога очень неровная. Да. Но наконец-то мы на свет видим. Маршрутка. Еще по крупам не знаем, сколько будет стоить. Не знаю. Вот странно, мы не спрашиваем цену, потому что потом окажется, что у меня мама не горит. Не 20 бат, а 30. Ну тут и не 20, ведь не 30, а как бы не 200-300. Сколько? 200-300. Я не поеду домой потом. Ну ладно, все. Актуальный курс. Так, доллар. Охренеть. 3708. Прям очень плохо. Вот такой тут движняк. Курс 30. 30. Домой что? О, Наташка.
актуальные цены на массаж? Тайский массаж. А где? А? Так, на острове Федорова, за полчаса. У нас? В отеле? Нет, да, на острове Федорова. Получается, ну как дорога, 350 бат, 60 минут. Коконат ойл есть? Я лично так делала. И горячим маслом есть, да? Шаблоки есть. Дим, вот есть хой той фрог что-то. Слушай, вот тут вчера сидит жрёт. Вон роти эти, блинчики. Ну да, нам надо, подожди, нам надо где-то просто понять, где мы будем есть. Вот тут что-то сидит. Ну мы сейчас посмотрим. Да? Пройдёмся? Конечно. Так, фрукты. Фруктов мы купим очень много. Банах. Вот туда идём. Всё, блин, мы нашли. Где-то иди. Что у нас тут есть? Ну всё самое вкусное. Я не знаю, что сказать. Дим. Ну всё, заходим туда. Заходим. Ну вот. Ну и снова пиво. Здравствуйте. Ну нынче другое. Что у вас на обед? Чем вы будете баловать себя? Синькой. Синька Позитрон. Пиво вот такое. Это реклама. Пиво нам заплатило, поэтому мы его рекламируем смело. Хотя в России реклама алкоголя запрещена. Но тем не менее. Спасибо вам. Ну что, снова добрый вечер? Добрый день, я бы даже сказала. Слышу звук, это готовится твой папайя салат. Да, это 14.22.28.01.2023. В удовольствие? Пивко холодное? Что ты заказал? Ты заказал папайя салат, ты заказал том-ям с курицей. Сказал на успайсе? Да. Ага. И жареную курицу с чесноком и печеным перцем. А, вот. А я буду... Том-ям, все. Я буду том-ям, спринг-роллы, папайя салат, жареную курицу. И манговый. И манговый шейк. Все немножко грустные сидят в округе. Может быть, у всех похмелье? Люди нормально с нами общались, а тут все это... Вон, кстати, полиция ездит. Я думал, на острове нет полиции вообще. Есть, так к ним надо обратиться скорее. О, это мой готовят мангу. Мы с голодухи, правда, уже разломали всю эту красоту, но это папайя салат по-ихнему, или по-ихнински, как правильно говорить? По-ихнински, это называется сомтам. Попросили без сушеных креветок, потому что, блин, это отвратительно. А салат очень вкусный. Приятного аппетита. Заказываем небольшой рамс. Угу. Какой рамс? Ну, маленько попутали. С том-ям. Вместо том-яма там какой-то карри заказали. Блин. Потому что мы, блядь, кое-кто сидел и заказывал. А то отмените, то замените. Объяснить тайцам, что сделать, это вообще сложное дело. Ну что, скажите? Вкуснятина. Угу. Новое блюдо подоспело. Ну, под пивко, короче, потянет. Непонятно, что там. Хобоцы. Что у нас получилось? Ну, если кто-то понимает, можете просчитать. А, ну, кстати, написано по-русски практически. Вообще-то. Папайя, шримроллы, чикенс, визкарлик. И вообще тут ничего сложного. Ничего дорогого. Так, по 100. Манго шейк, симка, шримс, роллы, папайя салат, чикен жареный с карликом и два том-яма с курицей. И энд чикен. Все. Итого вот такая вот сумма. О, слоны решили подраться. Ах, злые, смотрите. Смотри, что творят. Ох ты. Козлюки.
фига он ему проткнет, сейчас глаз выткнет. Эй, дружище, сваливай. Смотрите, не успокаивается, смотри, все равно докапывается. Блин, братан, у тебя глаз выкнет. Походу победила дружба. Кратенький обзор, пока нам режут фрукты. Димка, возьми яблоко в руку для понимания. Вот такое вот яблоко. Не знаю. Ну, кстати, какое-то легкое, как пластиковое. Но огромное. Так, маракуйя по 90 рублей за килограмм. Не рублей, да. Ну, если можно рублями это назвать. Это бесценные мандарины, это неизвестно что. Это зеленые, это, видимо, авокадо. Манго. Димка говорит авокадо. Зеленые манго. Драконий белый внутри, причем он. И манго по 100 есть, а есть по 80. Мы, естественно, взяли по 100. Папайя вон разная. И там вот кружочки. Еще ананас. Ну что, как мы на обед им сходили? По-моему, хорошо. Улов удачный. Узнали нововведение, да, Дим? Очень важное. Кто обосрался? Да, потому что пиво продают теперь, как весь алкоголь, по часам.